Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня и новый инвест-проект BTC Investment. Значит, называется так. Что он нам предлагает? Дней работы 0. Он только что стартовал. Ну, здесь инвестировано. Пошли первые выплаты инвесторов. Значит, и инвестиционный план 117% за 24 часа. Это по часовик. В час ежечасно будут нам начислять 4.875%. Минимальный депозит 20 центов, 10 рублей. И тут пошла уже криптовалюта. Так. Ну, максимальный нам не надо. Что еще? Ну, здесь калькулятор. Если 100 рублей инвестировать, чистая прибыль 17 рублей. Ну, 117 это выходит. Так. Он похож, знаете, на какой проект? Вот недавно у нас закрылся проект. Отработал он 17 или 18 дней. Вот он похож очень по дизайну, как бы точь-в-точь вот на этот проект. Вот. Будем надеяться, что и этот такой же. Поэтому я, не раздумывая, сюда и зашла. Значит, ну здесь что? Последние депозиты. Вот люди начали инвестировать. Посмотрите, и по 800 рублей. Ну тут уже криптовалюта идет. И кто-то 1000 даже закинул. Ну и а это у нас выводы тоже идут. Далее, ну что здесь, поддержка, выделены серверы, это все сами уже почитайте, посмотрите. Значит, регистрация. Что у нас по регистрации? Логин, email, повтор имейла, пароль, повтор пароля, ваш пригласитель. Ставим, не забываем, галочку. Нажимаем зарегистрироваться. Значит, вход по логину и паролю. Так, я уже зарегистрирована. И я зайду. Так. Войти. Так, значит, здесь что у нас? Главное о нас, отзывы инвесторам, партнерам. Вопросы-ответы сами уже прочтете. Минимальный вывод такой же, как и минимальный вход. Вывод от 10 рублей и в долларах от 20 центов. Значит, я еще ничего не пополняла. Я хочу пополниться. Значит, это наш аккаунт, как бы. Вот. Ну, что здесь? Так, баланс аккаунта, начисление по депозитов, активный депозит. Инвестировать. Значит, что у нас здесь? Здесь, как в том проекте, пин-кода нет. Значит, минимум 10 рублей здесь стоит. Значит, под 117 на 24 часа ежечасно. Так, и здесь у меня уже стоит галочка по умолчанию. Вы же, если захотите, можете ставить вот так любые галочки. Так, рубли. Я немножечко так это закину, чтобы проверить его. А там уже будем смотреть. Конечно же. Я мимо такого проекта пройти, вот, честное слово, не смогла. Я на 30 рублей пополню. Так. Инвестировать. Так. Пополнение через Payeer. Вы переводите 30 рублей. Подтверждаю. Рубли. Подтверждаю. Дальше по схеме. Так, я перебросила меня обратно в аккаунт. Значит,
Сразу депозит стал активен 30.08 в 19.00, как я в добро зашла, 30 рублей. И начислений должно быть 24. Прибыль в час у меня будет 5 рублей 10 копеек. Неплохо. Так, значит, здесь далее идем. Реинвест. Можно делать реинвест. Проекты, где присутствуют реинвесты, как правило, живут дольше. Так? Так, здесь у нас вывод средств. Здесь мы прописываем сумму, указываем платежную систему, которая у нас. Нажимаем «Вывести» и выводим. Так, мои депозиты. Вот мои депозиты. Так, партнеры. Значит, партнерская программа у нас. Так, 7.1 и 0.7%. Также наша партнерская ссылочка, она и у нас в аккаунте как бы находится. И здесь. Вот она. Так, далее партнеры я вам показала. Здесь промо-материалы. Это кто рекламит в буксах. Далее настройки. А здесь в настройках прописываем платежные реквизиты. Kiwi, Perfect Money, Payer, Advanced Cash, Bitcoin. Ну, тут вот вся криптовалюта. Нажимаем «Сохранить». И наши платежные реквизиты сохранены. Я пока прописала только Payer, так как я пополняла с него. Ну, в принципе, и все. Будем проверять проект на вывод. Очень хочется надеяться, что он будет также работать, как и тот проект, который вот был очень добрый уж. На этом заканчиваю. Смотрите сами. Я рискую своими деньгами, и как бы это дело лично каждого человека. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!